Так, чуваки, всем привет! Сегодня у нас на обзоре, ну, грубо говоря, на тест-драйве Volkswagen Passat. Не знаю, какого поколения, вообще ничего про эту тачку не знаю. Сегодня будем просто на ней кататься и расскажу, что и как она в игре, в принципе. Тут особо не будет таких исторических фактов и так далее и тому подобное. Первое, что хочу заметить, сам только заметил, полупанорамная крыша. Не знаю, как это называется, ну, блин, ну, красиво смотрится. В общем, передняя оптика очень красивая. Блин, очень, просто очень. Вот, решетка радиатора. Прикольная морда, в общем, прикольно. Ну, немножко она напоминает мне или гольфы вот эти, или знаете, как типа гольфы, но немножко поспортивнее, в общем, вот такие вот сбоку. Но сбоку вообще ни о чем. Простенькая машина. Кстати, фары отсюда похожи на BMW M5 F10. В общем, бок тоже BMW M5 F10. Наверное, база BMW-шная и все, платформа. Вот, сзади прикольная оптика, тоже красивая. Знаете, как на Lexus'ах похожа такая. Вот, ну, в общем, прикольная тачка. Стоит она 1 миллион рублей в нынешнем модпаке. Кстати, гляньте, как жарит вообще передний привод. Так, давайте глянем капот сразу. Красивый, кстати. Гляньте, как красиво проработан. Красиво проработан капот вообще. Вообще, базару нет. Так. Так, стоп, 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 стоп. Так, теперь проверим багажник. Кстати, она большая очень. Багажник нормальный. Вот я когда Феррари брал, то вот Феррари была поменьше. Ладно, выйдем теперь на трассу. Поедем на трассу. Так, подъезжаем мы к трассе. Кстати, переднеприводный Volkswagen, это ж я забыл, это была семерка в прошлом, и она стоит теперь 1 миллион рублей. Ну, в принципе, Passat за 1 миллион, это, в принципе, нормально. Ну, если посмотреть по дизайну, то, ну, вполне хорошая цена для этой тачки. Ладно, погнали кататься, гляньте, ну, вообще красиво. Вообще классная тачка, это теперь будет конкурент Audi, наверное, и еще чему-то. Но единственное, что вот не додумали вообще вот, те, кто делал модпаки, те, кто делал обновление на криминальной России Amazing Crawl P1, вообще башкой своей подумали, у вас Волга стоит 1 миллион 200 тысяч, и Volkswagen Passat стоит 1 миллион. То есть вы считаете, что Волга 24, 2410 намного дороже Volkswagen Passat нового. Тут вы, конечно, лоханулись конкретно. То есть если чувак там неделю назад купил себе Волгу, а ты только пришел на сервер, задонатил денег и можешь позволить себе только Passat за миллион рублей, там у него Волга за 1 миллион 200 тысяч. Короче, бред полный, и если ты купил Волгу за 80 тысяч, вышла новая, она теперь стоит 1 миллион 200 тысяч, то продать ты ее можешь только за 80 тысяч. То есть сделали вообще всем, всем сделали плохо. То есть тем, у кого есть деньги, сделали плохо, потому что чувак побогаче может купить машину похуже. Блин, ну в общем сложно это объяснить. То есть богатым сделали хуже, бедным сделали хуже, новичкам сделали хуже, старичкам сделали хуже. Смотрите, почему сделали старичкам хуже? Потому что если у вас машина за 80 тысяч, которая сейчас стоит 1 миллион, вы ее за миллион никогда не продадите. Новичкам сложно купить новую машину за 1 миллион, потому что это дорого, блин. Потому что это дорого. Богатым почему плохо? Потому что богатый хочет себе купить красивую тачку. Например, покупает Passat, и такой же чувак подъезжает на Волге, с которой стоит дороже Passat. Но, блин, ну, в общем, вы поняли меня, думаю. Блин, короче, они пересрали этим все. То есть от модпака я ждал большего. Единственное, я скажу, что спасибо, это за McLaren и Aston Martin. Здесь огромная благодарность просто. Но это в другом видео. Я уже расскажу об этом. Так, 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 аккуратненько. В общем, ну машина действительно красивая. Здесь вообще без базара. Passat, очень красивая машина. Очень. Просто кайф. Там Audi есть за 800 тысяч. Вот она тоже такая примерно по красоте. Ну, плюс-минус. В общем, если оценивать эту тачку по 10-бальной шкале, то думаю, вот, кстати, Волга поехала, которая стоит дороже моего Passata. И как это называется? В общем, если по 10-бальной шкале оценивать, то думаю, на восьмерочку внешне он тянет это 100%. То есть, если бы эта машина была Ягуаром, я бы ее навсегда оставил. Вот, внешне, да, но максимальная скорость у него, конечно, ну, огорчает. 100-101 км в час для машины, за которую стоит 1 миллион рублей, это, в принципе, ну, очень мало, очень, действительно, это очень плохо. Вот, поэтому, чуваки, вот так вот, смотрите, если вы любитель скорости, Passat это не ваш вариант. Если вы хотите просто ездить на красивой, дорогой машине, ну, на дорогой относительно, да, конечно, ну и красивой тоже, в принципе, где-то местами, то, конечно, можете брать. Кстати, жопа, опять же, от Audi, кузов от BMW, в общем, что-то такое. Ну, хотя, знаете, скорее всего, BMW и Audi, это же все под компанией Volkswagen. То есть, Volkswagen сделал Passat, а после Passat уже сделали M5 F10, там, RS7, RS6. Вот, скорее всего, так оно все и было. Хотя, честно, я не знаю. Напишите в комментарии, если вы знаете. Выхлоп у меня был похожий на Lexus, на моде.
Только здесь у него там хоть отверстия были в выхлопе, а не здесь. Нижние габариты не светятся, к сожалению, но это просто отражатели. Вот, оптика, ну блин, оптика здесь, конечно, красивая. Панорамный люк, мы в него, конечно, заглянуть не можем, но в салоне темновато. Ну, красивая машина, чуваки, бессомненно, красивая. Советовать ее могу всем практически, кроме тех, кто любит скорость, потому что машина по скорости никакущая. Разгоняется она не очень, потому что привод передний, тянуть за собой такую тушу ему будет нелегко. Вот, пробег, как вы видите, 100 километров всего лишь, я там на ней не ездил практически, вот только обновление вышло, я сел, погасал, вот я вам отвечаю, я продам эту машину раньше, нежели тут закончится топливо. Вот так вот. Ну, машина, смотрите, я... Почему я продаю? Да потому что хочу себе купить Aston Martin. Не потому что мне не нравится эта машина. Нет, машина мне очень, кстати, понравилась. Она мне даже больше понравилась, нежели Ferrari 458. Это вообще разочаровало. Ее испортили управление, сделали намного хуже. Плюс еще, когда нитро наваливаешь, задний ос гуляет по всей дороге, блин, просто, как я не знаю, как корова на льду. Вот это совсем другое дело. Для тех, кто любит Volkswagen, чуваки, блин, берите с закрытыми глазами. То есть вы не получите кота в мешке, если вы любите Volkswagen, потому что машина, ну, блин, ну, nice. Серьезно, я вообще не любитель английских машин. Те, кто олдфаги моего канала, они знают, вот, что я вообще не люблю британские как раз люблю. Не люблю немецкие машины, то есть Audi, BMW, ну, Mercedes это исключение. Там, Апеля, там, Фольксвагены и так далее и тому подобное, мне они вообще безразличны и вызывают мне отвращение. Но после того, как я увидел скриншоты нового Passat, я решил, я куплю эту машину. Вот, чувак, ты красавчик вообще, вот умеете испортить тест-драйв? Левые вообще, чуваки. Ага, ага, подрезал, я аж вообще испугался. Вот, поэтому я купил этот Passat до того, как он стал, собственно, Passat. То есть я покупал семерку, теперь это Passat. Ну, в общем, классная машина, вообще вопросов нет. Только вот этот дурачок вообще нам как бы мешает. Да. Да. Что дальше? Да, чувак, очень круто ты понтанулся, мы все оценили твои старания. Кстати, походу здесь нет повреждений на этой машине, хотя просто ударов конкретных не было. В общем, тачка класс. Вообще... Просто топ. Вот же ублюдок, а? Ну, ладно, без таких никак. Тачка очень прикольная. Вот бампер уже откололся. Ну, в принципе, ничего страшного. Вот еще сзади повреждения есть. Там, чувак на мотоцикле также хочет повыпендриваться, также хочет. А повыпендрюйся теперь вот там вот. Все, чувак уже наездился. В общем, вот так вот тонировочка сделана только сзади и только сверху. Кстати, панорамная крыша это уже отдельный плюс. Вот, за панорамную крышу. Что он сделает? Режется? Он упал, блин, вообще красавчик. В общем, вот так вот, ребят. Volkswagen этот действительно меня не разочаровал. Кстати, очень даже странно. И, блин, тачка хорошая. К моему сожалению, потому что я не люблю немецкие тачки. Вот, сейчас вот прям вот серьезно поеду ее и продам. Вот, и как раз куплю себе другую тачку. Хотя давайте я как раз на видосе это и покажу, как я эту машину продаю, чтобы вы поняли, что... На тебе, чувак, еще полежи немножко, отдохни, братан. Вот, а хотя давайте здесь же есть у нас автосалон. Как раз сюда поедем и продадим Volkswagen и куплю себе ту машину, которую я уже хотел. Так вот же этот чувак неугомонный какой-то, блин, а? Блин, красный свет это плохо. Да чувак, иди отдохни, что ты так кипишуешь? В общем, вот так вот, ничего страшного, чуваки, не обращайте внимания на этого неадеквата, который портит нам тест-драйв. Чувак, давай с моста слетай, что ты тут геройствуешь? В общем, кстати, управляется она хорошо, если вы очень плохо вводите машину, ну как очень плохо, но получше, нежели вот этот вот игрок, то, в принципе, можете ее брать из-за того, что у нее передний привод и маленькие обороты, она управляется сама по себе хорошо. Поэтому здесь проблем возникнуть не должно. Блин, ну это же, блин, как же меня бесит такие... А, стоп, нам не туда. Так, 320 номер поезда, давайте напишем на него жалобу. Да, блин, отвали ты от меня, ублюдок. Так, поедем сейчас, вот как раз я и продам этот Volkswagen. Вот, в принципе, тачка классная, вообще, ну, блин, вопросов к ней нет, серьезно, вот, только скорость, ну, это уже такое. Кстати, вот, Seat стоит неплохой. О, новые звуки, прикольно. Так, ну вот, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте припаркуем его сюда.
И вот здесь я его и продам. В общем, ребят, тачка классная, всем советую. Я ее продаю только по причине покупки другого автомобиля, не более. В общем, всем спасибо за просмотр. Покупайте эту тачку, серьезно. Если у вас две машины, и вы можете себе позволить третью, или у вас одна, но вы можете позволить вторую, и вы любите немецкие тачки, или там Volkswagen, тем более, то берите, вообще не парьтесь, она вас не разочарует, потому что машина новая, красивая, интересная. И вообще, ну, хорошая, в общем, машина. Не часто только бывает, когда машина меня устраивает практически по всем параметрам. Но здесь это, ну, действительно так. Поэтому ставьте лайки, пишите свои комментарии, где я был прав, где я был неправ, где вы согласны, где не согласны. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, ставьте дизы, если не понравилось. Посмотрите предыдущие видеоролики, это «Сталкер ЗУВ Припяти в зоне отчуждения» и «Влог на крыше». В общем, прикольные видосы, заходите тоже, ставьте комменты. Ссылочки на мой инстаграм, на мой твиттер будут в описании под этим видео, там вы найдете ссылку еще на мою группу официальную, и там уже будем продолжать. В общем, ребят, так, где тут? Вот, селкар, в общем, за 800 тысяч. Минус 200 тысяч, чуваки, просто минус. А, кстати, давайте же поедем, деньги снимем. В общем, вот так вот, ребят, я поеду и сниму, не парьтесь, в следующем видеоролике вы уже увидите, что у меня другая машина. В общем, всем спасибо за просмотр, с вами был Тимоха Домино, до скорых встреч, всем огромной удачи, еще увидимся, всем мир.